Так, друзья, покидаем Акрополь наш. Возвращаемся в город. Потихоньку наступает вечер. Сейчас с другой стороны чуть-чуть возвращаюсь. Посмотрим, что у нас тут. Жизнь потихоньку закругляется здесь дневная. Всякие шмоточки убираются. И скоро начнется активная ночная уже. Потому что очень много французов. Везде французы. Вообще эти французы, я так заметил, самые такие любят они попутешествовать и всех других европейцев. Очень Анзор ТВ! Поэтому французики, путешественники еще те. Везде развалины. Везде греческие развалины. Люди из Бангладеша, как всегда, продают свои всякую ерунду по евро или по два. Притом тайскую, из Таиланда в основном эти все. Или, точнее, даже не из Таиланда, а из Китая. Хотя в Таиланде их тоже валом, из Китая в основном. Китайское барахло. Так, здесь у нас метро уже, это получается метро. Акрополь, наверное, даже должен он называться, нет? Сейчас посмотрим. Нет, Аттика. Нет, это Монастряки называется станция. Такая вот маленькая площадь у метро Монастряки. А жизнь кипит здесь. Эти тоже здесь. Всех надо в Таиланд отправить, вот этих вот искателей приключений на одно место. Так. Что, друзья, будем потихоньку закругляться. Сейчас буду дожидаться времени, чтобы можно было поесть, а то ураза, когда жара и ураза, очень сложно вообще что-то говорить, мозги не работают. Но пока все, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию.